Осуществите свою давнюю мечту. Прямо напротив выхода по переходу, давай. Не убегай быстро. Уважаемые граждане, у меня есть тебе просьба соблюдать спокойствие и порядок. Не толкайтесь, не давите на впереди идущих. Не торопитесь, не давите на впереди идущих. Организованно проходите через рамки.
граждан, убедительная просьба к вам проходить, не задерживаться после возложения цветов. Конечно. Уважаемые граждане, после возложения цветов проходим по ходу движения. Не мешаем остальным гражданам подходу к месту возложения. Можно цветы пройти, пройти? Уважаемые граждане, проходим по ходу движения. Не мешаем возложению цветов. Кладите прямо сюда. Кладите. Господа репортеры, тоже немножечко в сторону. Потому что идет основная масса людей, желающих на возложение. Огромное количество. А вы здесь образовали плотное кольцо. Через вас не пройти. Уважаемые граждане, сильная просьба к вам. После возложения to all opposition. They call him the fifth column. They call him the enemy of the Russian people, which was actually not. Не стоим! Тише! Друзья, здесь, на этом месте, злодеи подкрали сзади в темноте и расстреляли Бориса в спину. Расстреляли за его правду, за позицию. Это позиция против произвола, против беззакония, против коррупции, за счастье всех российских граждан, за демократическую Россию. Борис посвятил всю свою жизнь этому. Разоблачал преступников и открыто об этом говорил. Поэтому его ненавидели они. И они решились его убить. Кто эти люди? Кто они? Нам примерно понятно. Это те, кто по призыву разных темных сил говорит о том, что демократы — это предатели. Это мы с вами предатели. Что люди здравого смысла, которые говорят, мы не хотим воевать, которые говорят, мы не хотим коррупции, мы хотим жить в справедливом обществе. Это, оказывается, мы эти люди, и мы предатели. Посмотрите, что было на их последнем митинге, какие были там растяжки. Они были прямые. Уничтожить пятую колонну. Выступления были об этом. Борис боролся с этим. Светлая память герою нашему, Борису Немцову. Я думаю, что мы должны отныне мост называть Немцов мост. Светлая память Борису. Спасибо вам всем, кто пришел почтить его память. Мы продолжим нашу борьбу. Борьбу за то, чтобы Россия была нормальной демократической страной, где права человека и его политические свободы являются высшей ценностью. Является высшим государственным интересом. Нет других интересов, кроме свободы и прав человека. Это главное. Все остальное производное, и все это остальное уже подчинено должно быть этому. Борис положил свою жизнь, посвятил свою жизнь и в конце концов положил свою жизнь за эту борьбу. Мы не простим. Убийцы будут найдены. Не забудем и не простим. Не забудем, не простим. Yeah!
Вы молодой человек, Хрюша. Ну что я Хрюша? Чуть-чуть, не ругайся, друзья мои, не ругайся. Светлая память Бориса Немцова! Светлая память Бориса Немцова! Я думаю, что граждане должны уже начинают переосмысливать, что происходит в стране. Гибель Бориса Немцова, расправа над ним, конечно, не оставит безучастным большинство российских граждан. Я уверен, что люди уже это переосмысливают происходящее. Они понимают, что это все уже, оказывается, не шутки. Если нам с экранов телевизора льют ложь и настраивают против, внутри, против одной группы населения, часть общества, другое. Если говорят, что наши братья украинцы наши враги, если говорят, что наши друзья на Западе наши враги, то, конечно, в этом существует зло. Оно формирует вот это негативное отношение. И поэтому рождаются такие люди, которые стреляют друг в друга. Такие нетерпимые. То, что отсюда удалось сбежать убийце, и его так и не поймали, о чем говорить? Это говорит о том, что я надеюсь, что поймают. Если их его не поймают, смотрите, сколько камер здесь. Столько здесь камер. Тогда мы будем знать, кто ответственный за это. Можно, алло, скажите. Все, они стоят. Пресса, назад. Сейчас начнется.